Алексей, привет. Короче, все, сейчас еду в Нью-Йорк. Вот навигатор. Это вот маленький экранчик, который показывает там все эти основные функции, все основные системные параметры, там вот сколько сейчас будет, знаешь, пробег у него. Потом там показывает, сколько осталось миль, все такое. Вот, что еще? Ну, вот, смотри, мониторчик, тут все нормально, видишь, работает. Сейчас только что заправился, видишь, он полный бак. Вон еду. Ну все, я думаю, если, допустим, завтра уже приеду, то, знаешь, загружу, и сразу же получается, сказали, что числа там, ну там, вернее, в среду уже получается, машина уже уйдет на космос. Ну все, давай, до связи.